Всем привет! Случилась у меня проблема с точкой доступа к интернету. Это Kinetic 4G. Это вот у меня вот такой вот модем Йота. Соответственно, и нет стал плохо раздавать по дому. В общем, в чем причина? Ну, причина банальная, вы уже видите. Провод порвался. Мало того, что порвался, он двойной. То есть, это у нас Wi-Fi передатчик и антенна. Соответственно, здесь есть экран и центральная жила, по которой, соответственно, идет излучение. В общем, экран замкнул на центральную жилу, и почти сигнала не было. То есть, считай, был реально впритык. Из-за чего это произошло? В общем, вот такая вот штучка, это вот антенна, которая здесь встроена, выпала регулятора положения антенны. В общем, оторвал то, что было. Ну, легко оторвалось, честно говоря, просто провод в бок унес, соответственно, был обрыв. Отпаял верхнюю часть от антенны. Это вот такая вот гильза, сверху просто паяльником прикоснулся. Вытащил вверх это все дело. После чего я взял, зачистил экран, увел в сторону. Серебро, это серебряная жила, представьте. Я не знаю, чистое серебро паяется и лудится вообще на 5 баллов. Спаял аккуратненько. И у меня есть жидкий пластик, вот такая вот штука. Все это дело сейчас покрыл. Это ABS пластик, растворенный в ацетоне. Сейчас жду, пока он схватится, станет достаточно жесткая изоляция. И после этого экраном закрою это все дело. И получится та же самая антенна. После чего вот так вот это все дело вставлю. И опять запаяю, так скажем. Ну, пока что вставить не получается, потому что там экран мешается. Но это не проблема. То есть осталось подождать просто. В общем, вот такой вот маленький ремонт Wi-Fi антенны. Может кому-нибудь пригодится. То есть это громадный минус. Вот у меня все маршрутизаторы, которые есть, у них у всех гнезда. У этого же, блин, не знаю, по стечению каких-то обстоятельств именно вот то, что вы видите. То есть гнезда нет, решили сэкономить. Тем не менее, это достаточно дорогое устройство. Удивительно просто. Но у меня уже побывал один раз в ремонте и сгорел здесь именно сам контроллер. Задымился, повалил дым, и мне его 2 месяца по гарантии ремонтировали. А я пользовался тем временем модемом без этого всего. О, кстати, светодиодик загнули. Молодцы ребята. Зато ремонт бесплатный, по гарантии. То есть я его купил, прошло 9 дней, и он сгорел. Вот как-то так. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всем удачи, всем пока.